В этом мастер-классе хочу вам показать обработку разреза, скажем так, для ленивых или же очень быстро. Итак, дано у нас разрез на полочке. Косая бейка выкроена из этой же ткани. Шириной она у меня в данном случае 5 сантиметров. Заутюживаем ее таким образом, чтобы одна сторона косой бейки была на 1-2 миллиметра больше, чем другая сторона. Теперь складываем ее пополам и отмечаем серединку. Намечаем линию, по которой мы прокладываем строчку. Теперь надсекаем, выворачиваем, выправляем уголки и делаем ВТО. И смотрите, какая у нас деталь готовая и аккуратная получается. Теперь вкладываем полочку с разрезом в эту деталь. Обязательно фиксируем булавками или же сметываем. Обратите внимание, нижняя сторона косой бейки, которая больше выступающая, она идет с изнанки. Строчку прокладываем с лица. И обратите внимание, как четко и ровно у нас все получилось. Чисто, аккуратно и быстро.